عن أبي هريرة توجه أبو هريرة قال который сказал قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم когда кто-то из вас произносит تشهد فليستعيذ بالله من أربع пусть просит защиты у Аллаха четырех вещей يقول говорит Аллахумма инни аузу бика мин азаби джаханнам о Аллах я прибегаю к тебе от мучения ада гиены ва мин азаби аль-кабри и от мучения могил ва мин фитнати аль-махья валь-мамат и от испытаний искушений жизни и смерти ва мин шерри фитнати аль-масихи дджаль и от зла испытания или искушения аль-масихи дджаля. Здесь сказано, как вы видите, когда кто-то из вас читает ташахуд, то есть указано место произнесения этого дуа в ташахуде. Дальше будет версия, которая указана то, что это последний ташахуд, то есть второй ташахуд, если это четырехрекатный или трехрекатный намаз, ну или если двухрекатный, значит, тот единственный ташахуд, который перед сарамом. Пророк Сусам говорит, «Фалиестаис», пусть просит защиты у Аллаха. «Лям» – это «лямуль амр», правильно? То есть частица повеления, приказа. На что это указывает? Юфидур вуджуб. Значит, вывод у нас хазал амр юфидур вуджуб. Приказ, приказ означает обязательность. В форме приказа, раз здесь хадис, значит, он означает вуджуб. Это из доказательств обязательности этого дуа в намазе. Говорит Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, здесь есть добавление к предыдущему хадису. Там сказано, что пророк, алейхи салату вассалям, просил защиту Аллаха от Даджаля. Здесь же сказано, пророк, алейхи салату вассалям, учит говорить как, приказывает говорить, у Аллаха я прибегаю к тебе от, и перечисляются четыре вещи. Азаби джаханнам, от мучения джаханнам, джаханнам, то есть адский огонь. Вамин азабир кабр, от мучения могилы. Мин фитнатиль махья, от искушения испытания жизни. Валь мама, смерти. Вамин шерри фитнатиль масихи даджаля, зла фитны. Искушение Масиха Даджаля.